Приветствуем всех любителей японского денима, представляем вам новое видео. На сей раз у нас в руках джинсы нового бренда WW, Warp and Weft означает, то есть Warp — это нить основы, которая у денима, вот которые вот окрашены, а Weft — это уточная нить, которая с изнаночной, как правило, не окрашенная. То есть такое лаконичное и понятное название, отображающее суть. Марка сама принадлежит популярному магазину Denimio. Сделана была по его просьбе. Сама концепция этих джинсов представляет из себя простой, понятный фасон, достаточно простой материал, минимально возможную стоимость. При этом джинсы должны быть без явной какой-то экономии на материале, на фурнитуре. То есть все основное, за что ценят продукцию японских производителей, здесь есть и должно присутствовать. При этом джинсы простые, лаконичные, в базовом исполнении и доступны очень многим. Давайте рассмотрим, что тут есть. Патч из оленей кожи, натуральный, растительное дубление. Вот такой вот он мягкий, написана сама символика марки, сделана в Окаяме. Ну, вот такая вот основная, скажем так, джинсовая мекка в Японии. Сам деним. Деним не совсем простой. Вот, если можно присмотреться, он имеет совсем такую вот небольшую фактуру заметную. Вот, его ни в коем случае, конечно, нельзя назвать слабее, но он не стеклянный далеко. Как, например, бывает у разных западных брендов, которые там вот недорогой деним, там у Кайхара приобретают японский. Он в основном такой вот стандартный. Этот не такой, он со своей тоже фактурой. Плотность 15 унций на квадратный ярд. Это средняя классическая плотность. Он, ну, в то же время достаточно увесист. Еще один нюанс: деним санфоризирован. Что такое санфоризация? То есть это предварительный процесс подготовки ткани еще до того, как она превратится в готовое изделие, то есть противоусадочное. Ее обрабатывают паром, протягивают через резиновые валики, тем самым снимая напряжение с нитей. То есть садится такой деним все равно будет, но он будет садиться меньше, чем классический деним, который с усадкой. То есть где-то на 4% он сядет. То есть примерно пояс, может быть, на сантиметра полтора сядет. Бедро, колено, низ штанины сядет, может быть, на пол сантиметра. И длина, может быть, на пару сантиметров подсядет. Но в любом случае, все это индивидуально. Еще нюанс, вот если присмотреться к самому дениму, он пока видно, что его прокатывали под валиками, он немножко вот так вот как придавлен. Фактура будет раскрываться позднее, когда вы простернете его, поносите, вот он будет такой пушистый, красивый, приятный, комфортный. Здесь используется длинноволокнистый хлопок Супима. Сырье достаточно хорошее, качественное, и дешевым его не назвать. При том, что сами джинсы недорогие. Форма кармана классическая, пятиугольная, вверх расширены, вот здесь строчки, видите, здесь скрытые заклепки находятся, все как положено, все строчки очень ровные, шлевки сделаны с выпуклостью, вот все как у взрослых больших брендов, будет здесь затираться все красиво. Заклепки медные, классические, пробиты с мясом, без брендинга, потому что это вот такой вот специальный выпуск для магазина. Он не привязан к какому-либо бренду, но автор у него, разумеется, имеется. Кромка на монетном кармашке есть. Так, пуговица от старинной Levi's сделана, но опять же таки без каких-либо прямых отсылок.
пончиком сделано. Вот здесь венок, звездочка. Вот. V-образная строчка есть. Вот. Вместо болтов здесь используется зиппер. Ну, вот часто приходилось слышать мнение, что зиппер это неаутентично. Это вот. Либо якобы его как-то будет перекашивать. Вот честно, сколько видел джинсов с зиппером, ничего подобного с ним не приходил, в том числе японским. Здесь используется молния производства Universal. Точно такие же молнии используют и Momotaro, и Flathead. У меня две пары Flatheadов были с такой же точно молнией. Их пережили кучу стирок, и ничего их не прикосило, все с ними отлично. Вот, так что молния вообще мощная такая, латунная. Вот, производитель тот же, что производит и болты, и заклепки для японских брендов. Вот он, как раз брендинг виден Universal на скрытых заклепках. Вот уточная нить. Она здесь не отбелена, она немножко такой сероватый оттенок, ведь ну, все так и должно быть. А здесь, если посмотрим, мешковина карманов. Вот здесь вручную маркером нанесена благодарность от магазина Denimio для покупателей. На каждой паре так вручную они все подписаны. Вот на поясе символика Warp and Weft. Сделана в Окаяме. И на другом мешковине кармане вот символика магазина Denimio. Вот он, жук. На этикетке тоже написано Denimio Yokohama, то есть символика магазина. То есть каким-то ноунеймом прям этот продукт не является. Вот сделан он очень хорошо, очень качественно, при этом имеет, ну, наверное, одну из самых низких цен на продукт такого класса. Причем, будь он выпущен под каким-либо брендом, будь там Они, Самураи, Momotaro, цене где-то вдвое был бы выше. Вот розовая нить вплетена в селвидж. Цепной стежок. Еще один нюанс санфоризированного денима. Многие наверняка замечали, что в процессе носки, стирок, когда джинсы подседают, штанину немножко закручивается, leg twist, так называемый. Кто-то его любит, кто-то очень его ценит, кто-то наоборот не любит. Вот санфоризированный деним, поскольку он садится совсем незначительно, вот, он этой особенности практически лишен. То есть меньше садится, соответственно, и штанин практически не крутит. Вот она будет ровная. Если кого-то leg twist напрягает, как раз вот ваш выбор, наверное, в сторону такого вот санфоризированного денима. В магазине доступны эти джинсы были как в нестиранном варианте. И сейчас, если вы посмотрите, там ссылку вот к видео приложу. Сейчас поставка, то есть санфор еще и промытый. То есть уже там садиться просто нечему. Может просто брать сразу и носить эти джинсы. Вот базовый отличный продукт, вот, с которого, возможно, стоит начинать. Фасон тоже достаточно понятный. Здесь slim fit, слегка зауженный штанин. Но slim fit не совсем ускачай, он такой вот умеренный. Годится практически для любого телосложения. В любом размере это будет выглядеть адекватно. Пояс, я бы не назвал, сказал, что он совсем низкий. Он скорее такой средне-низкий. Вот тоже вполне удобоваримо все. Строчки очень ровные. Ну вот, наверное, вот хороший продукт с самыми минимальными вложениями, которые может получить. При этом продукт аутентичный японский, вот с характерным японским подходом к качеству. Деталей минимум, но они все выполнены образцово. То есть продукт, пожалуй, посерьезнее многих западных марок, которые пошивают из японского денима. Вот, полностью аутентичные джинсы. И еще один нюанс. Вот конкретно в этом магазине бесплатная доставка включается от 15 000 йен. Вот специально для этих джинсов сделано исключение. Там
работает промокод, приложу к видео. Он включает эту бесплатную доставку, то есть если у вас только одни вот такие джинсы. То есть можете взять, купить, ознакомиться, вполне недорого. Все, спасибо всем, кто смотрел. Носите хорошие джинсы.